Почему одна? Одна? А где дверь оттуда? А вторая, это интернет. А, ну та там дома будет уже. Мы готовимся. Та прям же скрытая, наверное. Нет, да, ну там, не совсем скрытая. Ну, там, правда, видак еще стоит, там камера. А он же на шкаф поставили аппаратуру, столько проводов, все в проводах там. Подключили. Да что сейчас и все. Задушили меня. Ну нет, ну там рядом нет. Ну нет. В общем, Черевкова. Ну, Черевкова. Я с Черевкова, да. Я с Черевкова, да. Нет, мы из Черевковского. Вот они. А у Сережи это родители из Черевкова. Постой же. Один эй. Так, это можно видеть видео. Thank you.
планировать между вами банк. Но прежде чем вы поставите свои подписи в государственные я вас уполномочена спросить, достаточно хорошо и серьезно ли вы решать проблемы в банк и готовы ли вы к исполнению супружеских обязанностей. Режим. Фамилия Татьяна Сергеевна. Избираться общественной должности. Я вижу, что решение ваше согласовано, поэтому вас прошу я подойти со свидетелями сюда и поставить свои подписи в государственное акт о браке. Сначала не вас, свои подручные. И свидетели тоже ближе. Свидетели тоже ближе. Так, рядышком жених, вот здесь вот, здесь и здесь. Товарищи свидетели, вы друзья вновь создающейся семьи и пары. Готовы ли вы помочь им в трудную минуту развития радости, трудности, которые будут сопровождать со стороны невесты-свидетельницы? Со стороны жениха свидетель. Тогда прошу вас скрепить подписи на возвращение за подписью невесты. Здесь свидетельница сразу ниже. И свидетель тоже за подписью жениха. Итак, в полном соответствии с законом Российской Федерации о семье и браке сегодня 25 апреля 1998 года между вами брак зарегистрирован. Разрешите объявить вас законным мужем и женой. И в знак взаимной любви и верности прошу обменяться кольцами для детей Дмитрия руку по старому русскому обычаю. Муж жена. Разрешите мне вас поздравить с рождением вашей новой семьи, судьбы вам славной, жизни большой, и вручить свидетельство о заключении брака, первый ваш совместный документ. И как в таких случаях говорится, судьба, судьбы вам славной, большой, хорошей семьи, дружной и веселой и богатой. Вам как хранительница очага, а вам как главе семьи. Ну сейчас можете поздравить друг друга первым супружеским поцелуем. В зале ваши друзья, дорогие и близкие вам люди, развернитесь к ним лицом. Пусть они вас я поднимаю точно пишу. Да, я соседок не держу. Данечка. Сейчас покажу. Саша, поздравишься? Таня, на фоне, там на фоне надо. А кресло поставили, кто не сядет, хотя бы где же. Все поближе. Это еще раз. Все, пошли отрываться. Пошли, все. Ну, я начинаю, дети. Я уже тут дура была, как тебе не
Вы как по ранжиру? Тебе не надо, да? Вот и мы. Здравствуйте. Тебе у вас это уже встреча делаю. А я с ним по месте. Сейчас он уже растаивает. Ну, когда он меня толкнул, сейчас растаивает и наберешь снегу полно. Только вот один берусь. Стреляет. А мне нравится, что шарики. Ой,
Вашему крылу. Наш... А мне. Вася, тебе тоже дать? Ему в рюмку кидай прямо или в рот? На работе пьет и закусывает. Конфетила. Спасибо вам. Спасибо вам всем, дорогие гости, что вы здесь. Нет, не только спасибо. За молодых? Все.
этого дела. Сколько искать мне в Москву? Не меньше. Что, Наташа, сейчас уходим. Гулять. А, с Нейкой? Господи. Забота ведь за это древно. Наечкой погулять, да покормить его. Сводите ему. Что, Наташенька, сейчас пойдем. Молодой забыли. Сейчас поломаем. Подожди. Там еще осталось? Пирожки, да. Или тебе шпротики интересуют? Шпротики уже все. Пройденный этап. Ребята, а вы где? Кому Марсика налить? Ребята. Наши ребята здесь, а ваши ребята не знаю где. Наши ребята тут что-то вот все время в бок как-то вот. Смотрят, да? Как бы я даже стесняться начинаю. Я все левую фотографию снимаю. Лена, иди еще кровать, на которой они сегодня будут спать. Я у меня на ней брачную ночь провел. Я провел на ней только свою брачную. По наследству передвес, а потом вторая свадьба. Выходят и говорят, мы на скел. Я это сама. Когда ты жалуешь, я начала говорить, родные суплиски. Чего? А что, мы что, далекие? Это все время. Да. Ну тебе все, Таня. Родные близкие. Ну что стоите-то? Вон там кровать сзади. Ложитесь. Стоят такие напряженные. Упустили момент. Жених должен был невесту нести на руках. Да. Вот это. Насчет выноса тела, кстати. Я боюсь. Вынос тела не состоялся. Я боюсь. Что значит боюсь? Ты высоты боишься? Ты не доверяешь Саше. Причем тут мы-то? Жених больше бояться, может дрыгать ногами, кричать, что ты тебе страшно. Вырываться, да? Она боится, что лужи. Вырываться и дрыгать ногой. Для этого надо сильно вырываться и дрыгать ногой. Для этого не страшно. Свидетели помогут, потому что Саныки тебя держат, чтобы ты не упала. А свидетели бы говорили, ты куда, уже все поздно. Я однажды такого красивого фильма наблюдал. Значит, какой-то... Да. Так, подождите, мы сейчас прочитаем. Подожди, дай Алёна подарить, как мы сейчас будем держать-то. А это Мирошникова. Целуйтесь. Все накрашенные, почитают и целоваться. Так, Николай, зовут будет. Далее. Что такое там? Это все пока. Это продолжение, да? Куриный. Куриный, куда вы ездите, да. Куда я даже не забыла. Вот, следующий. Я волнуюсь. Ты волнуешься, Таня. Уже подарим тебе. Таня, уже поздно. Саша, доверять нельзя. Саша, тебе можно Саша доверять? Я думаю, что тебе. Да, вообще, Ира Сергеевна. Ирина Сергеевна. Ира. Все, Саша доверяет. Полностью. Да. Можно одеваться. Это пустое. А вы еще пенни надеваете? Надеваешь долго? Мы завтра учимся. Читай. Если умеешь. Сейчас будем развязывать. Лена, сейчас поделись секретом. С какой стороны развязывать это? Ниже. Саш, ты не можешь сесть. Скажи на ушко. А кого скрывает? Чего? Ты чего? Одна говорит, догадайся, другая еще что-то сказала. И все. Мы же ничего не будем. Прилично. Причем одновременно. Вот я про что и говорю, что это было одновременно. Нам приговали. Да. А привезли, чтобы потом вам не тащить. А ты потряси, можешь там сейчас слышно. Спасибо. Развяжи, там заплачет или запищит. Там коробка какая-то. Это могучий, сразу скажу. Тяжелая? Геннадий вечером будет, так я опять-то могучий гоняюсь в квартире. А зачем в квартире гонять? Щеночек там. Да, конечно. Так все, ну что, такой маленький, не вырос? А это дома покрою. Таксёночек. Сдвинь, да, таксёночек, как-то не так. Это вам, ладно, мы подскажем. Вы, давайте лучше не открывайте, а вы отгадайте. Я уже открыла. Нет, уже надо открыть.
Да, как же. Вот Лена, она такая любопытная, любопытная. А мне тоже интересно, но что же она любит играть в города, да, и как кроссворды, да. Как любопытно было, любопытно было. Таня, это на голову. Я все регистрирую, так любопытно, любопытно было. Да? Ну что, была на свадьбе, только у сестры старше, и все. Пойди добавлять. Какую сестры у сестры? Старше. Я ж не добавляю, насколько ты старше, 20 или на 30. Ничего себе. Совсем уж. Да не следите, мужчин, такие. Таня, что было? Что было? Грубит, грубит. Я говорю, тебе как невеста сегодня хамить вообще нельзя. Таня, с сестрой небольшой. Я специально вас открыто вертался, так как я. А если он периодически А там еще коробочка. Алёшенька, где у нас? Ой, заплачем сейчас. Я прямо кидаю. Это из-за тебя отбилось так и попало. Мяч может в сторону у кого угодно, и у взрослых может. Да. Мяч есть мяч. Этим это мячом взрослый. Здесь не место. Просто не надо здесь и всё. Да когда нет никого, суда нет ничего такого. Ты то можешь. Стекла пушим. Может и в окно попасть, это уже около. Ну, знаешь, куда оно потому скучит. Что вы делаете, то любого может. Вот здесь вот на столе стоит. Какая? Нет, это не от него. Какая? Что такая? Хорошо, что отсюда не пострадала. Так выйди, сиди. Ты подержишь, успокоишься? Виталик, где вас тебя снимает? Ужас какой! Позорище-то. Кать, пошли. Я не сниму. Я там. Снимает. Вот это дом. Вот эти объекты вам будут. А Маза? А то что? Так нормально. Вон там. Нет, что-то другое. Ну, ладно. Свет включить. Все? Все, закончен? Нет.
Светка, давай я тебя сфотографирую. Тебя сфотографировать? Иди сади с ними, что ты передай. Можно мне так? А? Ну вот. Ну вот. Вот как. Вот как разговариваем-то мы, да? Возмущается что-то. Лёша, привет! Ой. Вот ты, Зелёта, вот ты. Скажи себе вот такой привет с такими соплями. Да. Ну, чем-то вытереть. Она, стой, там кадров-то осталось. На тебя не хватит, дорогая. Ой-ой-ой-ой. Да улыбнись нормально-то. Они там увеличились уже совсем, Вася. Они ждут, чтоб их вышли и сняли. О, привет, привет. Нас уже выкупили, пропустили. А где музыка? Да. Где музыка? Слава Богу. Да. А вот и мы. Здравствуйте. Поздравляем тебя с днем рождения. А что на катание-то? Саша? Я Саша. Саша. Она еще не привыкла. Да. Ну что, мам? Оля! Привет. Привет. Вы так вас так давно не видели? А где ваза? Светенька. Светенька, подержи. Марина, достань, пожалуйста, эту вазу большую. Я достану большую вазу. А где? Давай, поставим Марине. Подожди немножко. А вот я собираю, Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Так, Света, любовь, так. А, ну да, правильно, ты сюда, а... Ну, вот тут Саша Леонидович, он сделал безумие. Будь спросить, да, у меня трещины не будет. Так, читайте, я не пишу. Хозяин и хозяйка живут в столе. Пусть в этом доме, там нужно было. И в нем... Все звонки сегодня. Саша, Алёша. Естественно. Ой, смотри, смотри, дом. Заныхал тоже. А где меня с еще не включил, да, Саша? Плохо, все работает. Включено уже, да? Сережка, где ты виновница? Ставьте куда-нибудь. Пойдем сюда, Саша. Я сейчас. Дорогие молодые, поздравляем вас. Здоровые, счастливые. Это мы заберем. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Нет, Иван, на тебя Света, проходите, Леша, проходите. Проходите. Вот тут, мы ходили на днях, смотрели, ой, надо будет вот такую скатерть купить на стол. Это очень хорошая вещь. Да, действительно, заменимая. Иди сюда, Саша. Я подумала, что Лена будет с ней. Лена, рот нажимаю. Дорога мне не подвесит. А я потом вам подам. Они упадут, что за холодильник, Нина. Проходите. Я думаю, что группа поддержки. Знаешь, я, наверное, могу. Проходите туда. Сразу в даль я вас попрошу. Ой, мы хотели бы все на 5 минут, все ближе. А можно мы с краешку? Все, пропустим вас. Тут же больно много лапок-то маленьких, это сразу. Четыре. А, там основной кадр наш. Экибана готова? Оля! Ребенка захватили, да. Что ты встаешь? Спасибо.
Сейчас, а вот тут еще два места. Надо там, тот пришел, да? Да. Черную сумку дай, пожалуйста, мне. Черный пакет. Черный пакет там позади ней приходит. Черный с таким же шелк еще. Ты уже всех сочетала. Никуда ты не уйдешь от меня. Она боится. Апрель 98 года заключился брак между Александром и Татьяной. Город Архангельск. Хочу пожелать всех присутствующих молодым счастья, большой крепкой любви, детей кучу. Всего хорошего за вас. Горько. Что, молчите-то? Горько! Ну, выкричат, мы будем неплохо целоваться. Это начало. Это начало. А, тогда ешьте руками. Ну, еще две конфетки. Две конфетки. Четыре конфетки. Так. Гость конфеток дадим за это. От конфеток отказались вообще. Нет, смотри, еще дразнятся, ведь, а? Это наши вилки. Да, а что вы хотите за это? За вилки? Ну, дадите, мне сначала поторгуем. А, подрыгиваться, конечно. Это можно. Вилки просто. А вы что вы победите? Они говорят, вилки. Кришка, вилки надо. Кому надо? Тут кто-то позабудет. Мы заплатим, заплатим. Правильно, правильно. Что такое? Сколько стоит? Дорого, дорого. Сколько там зубья? Есть хоть зубья? Зубья есть. И не гнутые. Так и не придут, кроме двух конфликтов. А вы что, верно? Или обрезано? Самое, что не наесть, настоящее. Ну так вы там рискуете есть руками. Ручками, ручками. Ручками будете. Ручками. Мы как в Киргизии. А кому нужней? Всем. Ну так и платите. Ну мы платим за все вилки, то вы сразу. По одной, по одной. Вот это да. Покупайте по одной. Сложно. А слабо салат вот этот мясной руками, а мы посмотрим. А потом все вилки. А мы возьмем ложки из салата. Это конференция будет. И будем кушать. Один кто-то пробует, вилки все. Вот где-то там брусничка у вас была.
Кузнечка есть у нас. А у нас вилка. С вашего стола на нашу. Наша бутылка стоит дороже, чем ваша одна вилка. Мы вам две вилки взяли. Ты мог две вилки за них. Кузнечки отказались, да? Выбросим ее в пропасть. В пропасть. Ну давайте вилку. Давайте, мы вам кузнечки не съедем. Давайте вилки. Давай бурыцу. А покажите, что у вас еще не будет. Оставляем ему бутылку. У вас комплект есть. Забрякал. За это отвечаем. Это больше, чем надо. Значит, мы даем кузнечку одну вилку. Я буду даем кузнечку. А вы какая планета? Еще свободна тарелочка. Вам как ее взять дальше? Свободна тарелочка. А тут много гордона. Обмен на середине стола. За этот пучок две кузнечки. За пучок две кузнечки. Сколько? Две. Две кузнечки. Попал в разъем. Да. Рюмка. Рюмка. Рюмки. Рюмки, давай. Слово выпила. Не хотите, не надо. Не обманывайте. Мы есть хотим. Таня, Таня, получите две вилки, если заливной с балкона достанете. Хорошо. Я честно, ты жила. Не следите. Вилок выбежу. Да, где вилки? Ну, покажи, только покажи. А перевернуть кого? Сейчас. Ну, там ничего не понятно. Ну, ладно, мы показываем. Видите? Кто красит на вас второй вилки? Видите заливное? Не отворачивайтесь. Вот он. Так. Что вы вас будете, да? Да. Уберем. Это можно кушать так даже. Да. Вдвоем. Половину. Это жестоко. Но все пилки отдаем. Нет, вы пощадите, пожалуйста. А порезать можно чем-нибудь? Нет. Ну, а без вилки тоже. Нет, а потом кто-то будет кушать, неприятно. Ну, половину только. А мы же покусаем. Мы же половину только съедим. Так, дай чем отрезать, дайте нож. Ножами нажать можно. Ладно, мы вам вилки дадим. Но все-таки пожалеете, дайте им вилки-то. Ну так что? Они есть, порезать ножка. Пополам только. Так, нож давайте. Держу, держу, держу. Смотри. Люся, ты сядь. Начиная с морса. Не, мне нравится вот эта пара, вот та вот приходит. Вот там, пожалуйста, снимайте. Или едим, или не едим. Одно из двух. Брусничка до нас не дошла. Водка всего, да. Ешьте. Мы просили больше. Да мы можем еще дать. Можем еще дать. Нет, там на девушку. Они говорят, водку мы вам дали, а мало. А я не испугалась. Вместо того, что я пропустила. Посмотрим, чего ты сделал. Что еще? Вы уже съели бы давно. Бутылка водки, две вилки, да? Я пенсионерка, я имею льготы. Дайте вилки по более щадящим условиям. У нас коммерческий транспорт, здесь никаких. Коммерческий, понятно. Нет, я не понимаю. Посылайте, посылайте. Мы вам на бутылку посылаем снова. Давайте, давайте. Лена, вам хуже будет, если они начнут прямо с тарелок есть. Я, конечно, все понимаю, но это как-то... Это не солидно. Вам не стыдно. Не солидно. Это хорошее зрение. Они любили себя не только в этот день, и смотрели влюбленными глазами друг на друга, а всю свою сознательную и несознательную жизнь. Горько? Горько! 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 Все равно горько! И полюбил. И теперь, пока как бы высоко не улетал он ввысь, он всегда возвращался к своей голубке, да к выпьям за ясного сокола жениха и за прекрасную голубку, невесту,
И пожелаем, чтобы нити любви, которые связали их, были неразрывными. За любовь на всю жизнь. Горько. Горько, горько. Горько, не петь. Я там не видел, пожалуйста, повторите еще раз. Горько! Как бабёла не почтить, мать жениха? Она ей сына подарила, его растила и халила. Да и какого молодца, хорошего, пригожего, на солнце похожего. Спасибо от всей семьи, а мы наполним наши чаши и за здоровье ваше. Я люблю больше Танечку. Спасибо все равно за добрые слова. Что делать? Ты такое слово не знаю. Каждая мама не может быть слов не узнала. Но мне все равно. А ты честно? Нет. Очень мы желаем вам счастья. Похудею. Выносить мусор буду я. Нечего выносить мне. Что я буду ходить в магазин. Не было там такого. А пить пиво я буду. Я буду делать ремонт. Чего? Мыть пол сеста буду я. После ремонта. А я буду... Читайте! Я буду рожать дочек. А я буду надевать, лежать в это время. Нормально. Спасибо мне, что есть я у тебя. Ой, ругаться бака буду. Не понял. Не разобрал. Я не понял. Я буду домашним тираном. Я буду ужасом. Не умею читать, понятно. Никогда ни в чем не уступлю. Замок тебе. Что я буду валяться под забором. Что я ничего не скажу. Она прямо мужчина. Она тебе не уступит. Какая-то ручка. Вот, ну с собакой я буду гулять. А я буду играть в карты. Ты учишься, обещаешь научиться? Ясно. Приносить домой зарплату я не хочу. Но я буду тогда штопать. Я не буду зарплату приносить. Не достается. Стирать носки я буду. А я буду сушить грибы. Зима у нас долгие. Будем носки стирать, сушить грибы. А я буду ездить. О, в круиз ездить буду. А мне что, столько пришивать пуговицы? Что ты сегодня делала? А я буду искать заначку. Так, где что? Ну, а я буду пить водку. Так, о! Как бы на их будет мама! Ладно, я буду читать книги. Ой, да, конечно! Так, мыть посуду буду я.
А я буду гулять с детьми. С дочкой. А я мальчиков рожать буду. Будет у нас два мальчика и одна девочка. Так, мне требуется смотреть телевизор. А я буду читать газеты за едой. А я буду после еды мыть посуду. Я имею в виду себя не только нас, Нина Ивановна, но вы наши тоже соседи. И мы очень дружно живем. Уже больше 20 лет. Александра Татьяна, поздравляем вас с вступлением в законный брак. Пусть всякая из вас той клятвы не нарушит, что обручальных помнят два кольца. Пусть неразрывны станут ваши души, и в лад стучат в счастливые сердца. Да будут ваши дни благословенны, чтоб счастье крепко строить, а не красть. И помыслы чисты и откровенны, сойтись навек, а уж любить так сласть. Любви и счастья. Welcome. Горько! 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 Что там все с этой стороны? Ждем. У нас мужчины все читают резко разрешаются. Разрешите мне сказать. Дорогие Саша и Саня. От всей души поздравляем вас с днём Благовещения. Желаем пронести чувство любви друг к другу через всю жизнь. Здоровья, благополучия, исполнения ваших желаний, счастья и радости в людях. Выпьем за Евгения, которое укорачивает жизнь каждому человеку в отдельности, но продлевает ее всему человечеству. Выпьем за любовь. Да, конечно. А, так нет, это просто. Другая мне не трогает. А потом эти маликоны на одной туфле стоят. Так а что, вторую не отдали? Не отдали. А почему? Мало, вы сама вторую. Да конфеты вроде бы. Вы кого? Надо вместе. Так, значит, я не открыла, но больше этот. Кто бы стороньше выжил, Саша? Помогай. Так, жива, ты будешь или нет? Сейчас мы потянем, мы думаем, что там что-нибудь там еще придумает. А давай. Ужасно горькое яблоко попалось. А, пальцы. Они тоже съедобны. Да, хорошо придумали. Аккуратно. Я не записала. А ты чего? Что он будет? Волшебное слово. Ольга, что я нашел?
Я говорю, что вы будете всем убрать все за всех двух, я зову. Остальные на улице. Костя, это для нужного дела. Ну, вот тебе сказали, что ты не нужен. А как невеста с одним рублем пойдет? Бабушка. Бабушка, здравствуй, Сережа скажет, да? Умница у нас, Сережа Иванов, хороший мальчик. Без сколько годиков, Сережа? Маме, пойдешь? Сколько годиков у тебя? Да я пошла. Ой, шестер, смотри, какой подрос. Большой. Что так рано? Я дела важные. Спасибо, что пришли. Да. Ну я не виновата, что вы там водку от бьете только. Ирака, слышишь? Так может, а ну, там есть морс еще, да? Концентратка. Да, я говорю, я. Да ты не мог, да, да мне вот кто-то вот так вот в упор смотрит и еще слышишь. Да выброси. Серега, пошли гулять. Иди. Зачем? Мы лучше туфельки покрадем. Все, уже проехали. Идите домой. Сейчас заболею. Феечка! Саша, ты давай. Ну, тут вы сидели. Да я. Саша, ну а кто? Мама, ну так вы шли. Здесь там все, она уже ушла. Мама, ну нет. Здесь надо выпить и сказать. А что там, что в рюмках? Это секрет. А это не важно. Какая там гордая? Ну, желающие могут потом присоединиться после состоявшегося конкурса. Так, он все, все три. Молодец, вы. Прошу. Да, а вы выбираете? Выбирай. Выбрал. Горка, это открытая ванна, наверное. А потом скажешь, что какая она? Не, растик, все. Соленая? Может, пресная. Может, пресная, может, безвкусная, там, не знаю. Может, вообще не выдашь. Может, водка. Там дистиллированная вода с краской. Ты нам-то не говори только. Я на выдохе. Жаркое, видать. Запущили? Не разрадкая. Точно? Ну, все, было видно по лицу. Все убирается. Они... Может, не вернутся, а они... Может, они торговаться будут? Может, они не приз хотят? Да ну? А чего? Деньги. Возьмут деньгами. Призом. Успокоили. Что там такое? Вас сюда достают и достают? Да, уже проверили, а? Ты тут рядом с жена не проверил. Не говори, рядом Катя, с тобой никто не проверил. У меня конкурс. И танцы. И танцы. Дупа, да? Конкурсы призовые. Только не кастрюли. А почему? А можно крепилку сам приз? Фон призовой какой? А гласите, пожалуйста, весь список. Призовой фон какой, да? Заявку подавать надо. На участие в конкурсе. Дорогая, вы без здоровья молодых. С удачей в конкурсах. За вас. Горько. Всем до дна. Горько. Мало предлагаете себе жизнь. Вот это невыполнимо. Так будет целоваться. Всем
троим еще Андрюшку. А с Андрюшкой? Катюшку? Время даром не теряя. Семь Петра и Николая. А восьмую дочку Дашу. И красу, и гордость вашу. Всего дюжину детишек. Умных, шумных, шалуниш. Будут жить они все с вами. Вы поймете мудрость с вами сами. В детях счастье, жизнь и свет. Маш, послушайте совет. Поняли? Мы прочитали с горем пополам. Я ничего не понимаю. Поняли? Все поняли. Там уже ног будет больше торчат. Я считал. Ну, это с другой стороны же первые 10 лет. А, не подобрела. И потом, это же до какого года? А ведь жизнь продолжает. Ну так что? И все молчат. И все молчат. И все молчат. За дружную семью. А фамилия-то ваша как, а? За Дашутку, за Васютку, за Сашутку и Данюшку. А Катюшку? А Катюшку? За семью будет хорошо. Горько! За дружную семью. Что там попросится? Горько! Горько! Да, горько! Глаза! Обмахивает штуку. Индонезийцы. Арабы, арабы. Объединенные Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмиратки. Эмиратки. Эмиратки я там ни одной не видел. Их на улице не выпускают. Но они там живут. Живут? Там ты что, вот правильно тебе сделали, что вытащили у тебя все батарейки вытащили, а то все глаза мне защелкнуло. Всего вам доброго. По возможности приезжайте к нам. Теперь знаем где. А? Теперь знаем где. Если вы не знали, не проблема знать. Не секреты. Ну ладно. Вам, чтобы все хорошо было там. Ладно, ребята? До свидания. До свидания. До завтра. На бычков не задирайтесь. Ты про... Двигайся давай. Мы не знаем. А вон туда, он к ним все ближе. А куда ближе? Двигай его. Подожди его. Двери снимай. Нет. Двери. Ну, в дверях. Лена. Я снимал. Снимал. Это одна и та же проблема, как снимаешь, так он встал вот так вот. Да, специально. Вот я снимал вот там. Да, как специально. Хлеб кусает, и тут же гладкий. Ну как специально. Не скажешь ничего. Главное, пока вы едите, меня отпускают. Что время опаздывает. Тебе надо время до секунды этого еще выставить. Настроить надо, я уж не брал свою камеру. Ну, у тебя 7.52, а сейчас 7.47. Нет. Ну примерно-то. Забегает, вернее. Летнее время. Зимнее. Перевод. Спасибо. Ботинки снимать? Я бесиком докупили. Вы очень добрые. Мне ботинки. Вы можете перед камерой посылаться, да? Ладно, все, по-моему, уже вирус не будет. Сейчас конкурс объявляется. На самом деле. Внимание, Для начала прошу на задание, половина хозяйства.
А чем на них сидят на стульях? Кто точнее посчитает, кому приехал? Нет. Нет. Ну, не микровато, говорит, сюда. Все, просим начать. Боже, прошу начать. Нужно аплодисменты. Да, да. Садись, как дети, ты говоришь, что надо. Да, не трогать. А красивее. Можно поёрзать, посидеть. Грещите. Они их не чувствуют. Считайте, считайте. А что, он уже съел, так что я лозить-то, я не знаю. А там 6 или 7. Тут 8 будет. Ну ладно, я выручаюсь, но на всякий случай говорю, что 3. Окончательный ответ. Таня. 3. Саша. 4. Ну что делать? А вы, он Кастрюлю просили не брать. Тогда чайник пошел. Опять ничего не подошли. Что вы нам все ищете? Да бумажку положи. Кто-нибудь. Положи конфетку. Вот это ваше мнение. Так, кстати, переделенное правило. Таня, так, потом найдешь. Это точно. Последний. Потом ты найдешь что-нибудь. Давай, опять, он еще готов. Я посмотрю. Полакал? Да, где он? Yes.
дежури. Пою смешные песни, мол, я хочу. На горной аэроплане я кричу. Отсюда утром рано, и очень скоро позади моя останется страна. Пониже, присядь немножко. Девчонки, Галя, ты где? Я высунула руку. Ты где? Потом фотографы. Подожди. Марки 850-летия. Выставка называется «Веселая эротика». В общем, с детьми сидим мы, ходим. Восковые фигуры, короче говоря. Ну там, женщина с тремя грудями. Женщина, у которой грудь 3 килограмма весит. Вот так. Ну там, так, нормально. Бросили тебя, не общаются с тобой. Вот, бедный ты ребенок. А что на нее стоит? На него стоит какие-то крошки. Это уже тут обратно души, да. Ну дайте его мне на колени. Господи. Дай пообщаюсь, ведь так редко приходится с ребенком общаться. Но он еще не сидит. Как не сидит? У меня-то? Нет, он сидеть не умеет еще. А, тебе надо сам же, чтобы лежать, да? Присаживать. Вот, наконец-то. Ты поняли, как он вздохнул? Они же тебе бросили, да? Бросили? Да. И вот. Ничего. И понимаешь, тебе общаться не с кем, да? Не с кем. Абсолютно. Там в углу где-то. Ну? Там зайдешь, и друзьям не мешал. Видишь, что ему надо. Ну, вот народ тут. Он не описался еще? Ну, описывается, да, господи, первый раз, что ли. Нет, ну, посмотришь, но мы будем его тут приучать дальше. Да нет, вроде ничего. Пьяный глаз. Да ладно, я писаю. На меня Алена не смотрит, так можно ей попить. Тань, так когда описывается, мы не понимаем. Моя. Ну, зачем ты его сейчас на горшок будешь сажать? Алена, Цербер, это вообще... Если я рюмку налила, это все. А я что, у меня жизнь трудная? Тань, да пусть описывается. Это 97 года вообще не пила, пытаешься влезть-то? Вот ты погляди-ка. Ты мать, она погляди, вообще, в тапки она влезает. Лицо меняется, она все это переживает. Мать, потом будет мне зудеть. Гляди, как в тапки влезает. Бах.